Сегодня, как мы уже договаривались, мы будем зажигать звезды. Вот. У нас будет две лекции про нуклеосинтез, про то, как атомные ядра образуются. И сначала вот небольшой экскурс в историю, но это вы все знаете и помните, что очень долгое время, на протяжении тысячелетий, человек считал себя центром Вселенной. Земля, так сказать, это точка отсчета, и весь мир, естественно, вращается вокруг нее. Но были, так сказать, достижения в астрономии, они, конечно, просто фантастические. То есть насколько уже в древности люди умели рассчитывать координаты, умели ориентироваться по звездам и так далее, и так далее, и так далее, это просто вызывает восхищение. Вот. Но единственная вот была неприятность, траектория планет Солнечной системы была очень сложной в этой системе отсчета. И все стало существенно проще, когда возникла вот гелиоцентрическая система Коперника. Вот. И на самом деле вот она поставила, в общем-то, как бы, по крайней мере, в масштабах Солнечной системы все на свои места. Вот. Но как-то нельзя сказать, чтобы она вызвала очень большую революцию в тот момент, когда эта книга была опубликована. Но, тем не менее, потихонечку эта система завоевала свое место, и понятно, по понятным вполне причинам. Вот. И, соответственно, вот дальше уже наука, особенно ее бурное развитие в 18-19 веке, оно как бы уже основывалось на этой системе. И здесь надо еще сказать вот о достижениях таких людей, как Кеплер. Вы уже видели фактически этот слайд, законы Кеплера, которые описали у нас движение планет, вот, и, соответственно, вывели некие закономерности. И, собственно, дальше уже Исаак Ньютон, когда он формулировал свой закон всемирного тяготения, он исходил из того, что его закон должен соответствовать законам Кеплера. Если вы строите теорию, она должна в себя включать все предыдущие достижения и факты. Вот. И, конечно, так сказать, это вот грандиозное достижение, и вот эта вот константа фактически тяготения, но она в соответствии у нас приводит к тому, что у нас есть постоянное тяготение, когда мы обсуждаем притяжение Земли. Это вот фундаментальная константа физики, которая у нас, так сказать, существует, один из фундаментальных столпов, на которых наши все данные базируются. Но вот здесь вот написано очень важное словосочетание. То есть все предыдущие века, все вот эти вот, так сказать, научные построения исходили, в общем-то, из того, что у нас вот карта звездного неба какая есть, такая есть, и ничего там не меняется. И Вселенная у нас какая есть, такая есть. Вот ее создали в одночасье, и вот она теперь такая, и теперь мы тут живем. Вот. Но с развитием экспериментальных данных это стало это не так, но уже и до этого, так сказать, стало все сложно. Уже, еще до того, уже одновременно, так сказать, в 19 веке. Простой вопрос. Сколько звезд на небе? И где конец у Вселенной? И есть ли этот конец? Если вот Генри Хольберс, выдающийся человек, совершенно замечательный, сформулировал так называемый фотометрический парадокс. То есть если у нас бесконечная Вселенная, которая заполнена звездами, то получается, что рано или поздно свет от каждой звезды
до нас дойдет. И если Вселенная бесконечна в пространстве и во времени, то мы должны с вами днем и ночью находиться под, прямо под софитами целиком светящегося неба. Но это не так. Все-таки небо ночью темное, и звезды там не столь часто светят. А тем не менее, вот если честно вот так вот так сказать, прикинуть, то получается, что световой поток на Землю от этих звезд должен был бы равен быть бесконечностью. И, в общем-то, как бы вот с этим парадоксом надо было что-то делать. Вот. Были предложения сказать, что есть некие участки Вселенной, которые поглощают свет звезд, и поэтому мы видим не все. Вот. Опять-таки, вы должны тогда признать, что она конечна, либо в пространстве, либо во времени. Ну и вот здесь вот такой еще один серьезный факт случился, когда появились в арсенале у астрономов достаточно мощные телескопы, которые позволили рассмотреть галактики и, более того, позволили увидеть их взаимное движение. И вот Эдвин Хаббл еще в 29-м году увидел, что у нас галактики движутся. Более того, можно померить смещение линий. Ну, вы знаете, да, что есть такой эффект Доплера, что когда вы стоите на станции и мимо вас проезжает поезд, то когда он к вам подъезжает, звук один, когда он удаляется, звук другой. Частота звука меняется. Вот, в зависимости от того, приближается он или удаляется. То же самое происходит со светом. Частота меняется, длина волны меняется, возникает так называемое красное или синее смещение. Вот. И красное смещение говорит о том, что у нас объекты удаляются. И таким образом он установил, что вот есть у нас красное смещение, что есть у нас удаление галактик. И, соответственно, вывел вот такой вот достаточно простой закон, что у нас скорость пропорциональна, прямо пропорциональна расстоянию. То есть чем дальше галактики, тем быстрее разлетаются. На самом деле, вот сейчас уже собраны данные по очень большому количеству галактик на очень больших расстояниях. Вот все экспериментальные данные Хаббла, они вот здесь, вот в этом маленьком красненьком квадратике сконцентрированы. Это те данные, по которым Хаббл сделал этот вывод. Сейчас уже вот собраны вот такие данные на гигантских расстояниях, это мегапарсеки. И, соответственно, они, тем не менее, достаточно хорошей точностью подтверждают вот эту вот закономерность и подтверждают величину вот этой вот постоянной Хаббла. То есть это уже постоянная Хаббла, тоже уже одна из констант. И именно на основе этой константы делается, на основе ее величины, делается вывод о возрасте Вселенной. То есть насколько она могла вот по такому закону расшириться, разлететься, зная, так сказать, ее расстояние. То есть картина стационарной Вселенной разрушилась в начале 20 века. Стало понятно, что это процесс, развивающийся во времени. И, соответственно, уже исходя из этого возникли теории Большого Взрыва, возникла на данный момент уже стандартная космологическая модель. Мы обсуждали стандартную модель элементарных частиц, а это стандартная космологическая модель и так далее. Вот. Ну и, соответственно, вот какие представления об этом процессе имеются на данный момент. Сейчас считается, что у нас все началось с Большого Взрыва. И здесь мы обсуждаем такие масштабы, которые называются планковскими. То есть, исходя из величины
Вот, гравитационная постоянная, из величины константы Планка, из значения скорости света, которое мы знаем, мы можем сконструировать величины, соответствующие времени, расстоянию, энергии, температуре. И, собственно говоря, вот это те масштабы, которые у нас были вот в первое мгновение существования Вселенной. То есть это не совсем вот оно было, лежало, потом взорвалось. Вот. Не было, не лежало. Не было ни пространства, ни времени. Вот. И поэтому вот как бы в этот момент, то есть до этого момента, все у нас взаимодействия, все четыре фундаментальных взаимодействия, не только сильное, слабое, электромагнитное, но и гравитационное, они были как бы едины, одно великое объединение. Ну и плюс к этому надо сказать, что, конечно, когда мы говорим вот о таких масштабах времени или о таких масштабах расстояний, то, наверное, представление о будущем, прошлом, о расстояниях, пространстве, времени, они как бы теряют свой смысл. Вот. Но это была точка отсчета, и, соответственно, дальше уже вот та шкала, то развитие Вселенной, которое вы уже видели, я вам показываю слайд, который вам показывал Борис Саркисович, когда рассказывал о фундаментальных частицах, о кварках, о лептонах и об их объединении в адроны. Вот. Ну и, соответственно, вот 10⁻�43, планковский момент, тот момент, в который у нас как бы отделилось гравитационное взаимодействие. Оно у нас занимает по отношению к остальным очень такое выделенное положение. Оно существенно слабее. Вот. Почему оно настолько слабее? Ну и, соответственно, в этой теории оно должно отделиться первым. При этом у нас остаются объединенными электрослабое и сильное взаимодействие. И уже на масштабе времени 10⁻�36, то есть это 7 порядков, у нас происходит разделение сильного и электрослабого взаимодействий. И вот здесь вот считается, что в этот момент, когда у нас существует фаза электрослабого взаимодействия, объединенного слабых и электромагнитных сил, происходит вот эта вот стадия инфляции, то есть в какой-то момент есть экспоненциально быстрое расширение Вселенной. И в этот момент у нас происходят возможные процессы с нарушением симметрии, заряда пространственной симметрии, ЦП-симметрии. И именно благодаря вот этой достаточно коротенькой стадии, в нашем понимании, со стороны наших масштабов, тут опять-таки 10⁻35 и 10⁻10 секунды, произошла, вот здесь вот кроется источник вот этой вот разницы между материей и антиматерией. Вы же помните, да, у нас все-таки материя есть, а антиматерию мы не видим и не нашли, сколько не искали. Вот, то есть ее все-таки по обычной материи больше, а, казалось бы, вначале никакого преференса ни у кого не было. Все должно было бы быть симметрично и поровну. Вот. Ну и затем, вот, соответственно, 10⁻⁰ разделяется электромагнитное и слабое взаимодействие. Они расходятся, их, так сказать, константы взаимодействия приобретают разные значения. И, в общем-то, все это время существуют вот эти фундаментальные частицы. То есть на этом уровне у нас еще мир существует на уровне кварков и лептонов. Кварки объединяются в адроны, но энергия и плотность столь высоки, что у нас они тут же могут разъединиться обратно. И именно вот здесь, вот 10⁻⁶, возникает вот этот вот кварк-адронный фазовый переход, когда уже кварки становятся запертыми внутри адронов. У нас появляются элементарные частицы. У нас появляются протоны,
Ну, электроны, они фундаментальны, но у нас могут появиться и также все другие элементарные частицы. Мезоны, нейтроны, пожалуйста, все что угодно. Вот. И вот, собственно говоря, вот этот период от 10 минус 10, 10 минус 4, еще у нас очень высокие температуры, 10 в 15-12 Кельвина, это адронная эра, когда у нас вот этот вот процесс взаимной аннигиляции адрона с антиадроном и испускания гамма-квантов, он уравновешивается тем, что сам гамма-квант в этом веществе тоже может образовать адрон-антиадронную пару. И вот эти вот процессы рождения и уничтожения вот этих вот пар, они находятся в неком равновесии, но Вселенная продолжает расширяться. И, соответственно, у нас, так сказать, расстояние увеличивается, и происходит ее остывание из-за этого. При этом, как бы, в какой-то момент уже гамма-кванты за счет этого настолько теряют свою энергию, что они уже не могут рождать адронно-антиадронные пары. Равновесие нарушено. Тем самым у нас идет процесс вот этой аннигиляции, в результате которого большинство адронов и антиадронов исчезает, и остается вот этот вот маленький довесочек материи, маленький ее перевес над антиматерией, который вот у нас и существует по сей день. Но, то есть фотоны остыли настолько, что они уже не могут образовывать пар адрон-антиадрон, например, протон-антипротон. Но пока еще они могут образовывать пары электрон-позитронные. Электрон же существенно легче, да? Вот. И вот это вот у нас как раз относится к так называемой лептонной эре. То есть здесь тоже был этот процесс рождения и аннигиляции лептонных пар, но он как бы был второстепенным по отношению к адронным процессам, а вот здесь вот уже, так сказать, было именно равновесие между лептонами и фотонами. То есть происходило уже следующий, так сказать, процесс, когда у нас есть равновесие между фотонами и вот этими парами лептоны-антилептоны, но, к сожалению, опять-таки процесс остывания Вселенной продолжается, и, соответственно, в какой-то момент фотоны уже становятся, имеют столь малую энергию, что они уже не могут образовывать вот эти пары. И тем самым у нас как бы происходит вот такое вот разделение. И где-то вот в это же время у нас происходит отделение нейтрино. Они тоже принимают в этом участие. И они, таким образом, она, Вселенная как бы становится прозрачной для нейтрино. Они перестают взаимодействовать с остальными частицами. Вот. И, собственно, вот здесь вот и происходят вот эти вот стадии формирования так называемых реликтовых излучений. Вы наверняка слышали про реликтовое излучение фотонов, да? Что у нас есть микроволновый фон, достаточно, так сказать, равномерно заполняющий всю Вселенную с температурой где-то в районе 2,5 Кельвина, 2,7, по-моему. Вот. Ну и, собственно говоря, вот такой же фон у нас должен существовать реликтовых нейтрино, которые вот у нас распределены во всей Вселенной. Вот мы с вами сидим, а через нас летят нейтрино, причем довольно много. 10 в 11 на кубический сантиметр. Чувствуете? Нет? И правильно, потому что они не хотят с вами взаимодействовать. Вот. Ну и вот уже вот здесь, вот на этих стадиях у нас происходит образование первых атомных ядер. То есть первым атомным ядром у нас стали ядра дейтерия и ядра гелия, самые легкие, они уже здесь происходят. Ну и, соответственно, вот эта радиационная эра, когда у нас фотоны уже настолько остыли, что они не могут находиться в
равновесие с веществом, и тем самым у нас установился баланс между числом фотонов и соответствующим количеством там, протонов и, соответственно, электронов, потому что Вселенная нейтральная, число протонов и электронов должно быть одинаковым. Вот. И дальше вот начинается эра вещества, образование атомов, и, соответственно, 1 миллиард лет после взрыва – это, соответственно, образование первых галактик. Но, как вы понимаете, Солнечная система существенно моложе, то есть она у нас возникла примерно через 10 миллиардов лет после Большого взрыва. Вот. Ну и все, что мы сейчас с вами достаточно быстро пробежались, это вот как раз каждый раз мы с вами видим в начале лекции на картинке, и вот здесь оно тоже присутствует, на этой красивой картинке «История Вселенной». Вот как раз существование фазы кварков, затем переход в адронную фазу, и это именно фазовый переход, и первое возникновение первых ядер. Вот это как раз прямо приведена картинка реликтового излучения, возникновение реликтового излучения во Вселенной и формирование первых галактик и вот той крупномасштабной структуры Вселенной, которую вы видите сейчас. И вот здесь вот приведена вот эта эра, вот эта стадия инфляции, когда вдруг нарушилось равновесие, и Вселенная сильно расширилась. Потом равновесие восстановилось, и дальше расширение идет уже более-менее равномерно. Ну, я надеюсь, что вы можете скачать презентацию и посмотреть эту картиночку более подробно. Но нас с вами интересует именно вопрос, как образуются атомные ядра, поскольку, ну, понятно, что наш с вами мир состоит из атомов, обладающих этими ядрами, и это для нас, все-таки наш мир для нас очень актуален. О. Ну и, собственно, что, какая цель стоит перед учеными, когда они обсуждают процессы нуклеосинтеза, это объяснить вот эту вот распространенность ядер в природе. Вы видите, что здесь происходит? Насколько больше у нас в природе гелия по сравнению со всеми остальными элементами? Это логарифмическая шкала, то есть вот это вот порядки. И, соответственно, уже гелий у нас на много порядков отличается от всех остальных ядер, от всех остальных элементов. Вот именно вот этот перевес гелия наравне с фактом существования микроволнового излучения считается вот таким вот экспериментальным доказательством вот той вот красивой теории, которую я сейчас вам быстренько пыталась изложить, то есть является подтверждением вот этого вот большого взрыва и дальнейшего расширения, изменения Вселенной. Затем у нас присутствуют в большом количестве легкие элементы, и, как мы с вами обсуждали, железо у нас находится на максимуме кривой удельной энергии связи ядер, то есть это наиболее, оно имеет наибольшую энергию на нуклон. Да? Вот. И поэтому, естественно, железо занимает выделенное положение в этой зависимости. Вот. Оно как бы здесь есть так называемый железный пик. Но есть еще тоже отдельные пички, которые соответствуют магическим числам, которые мы с вами обсуждали несколько лекций назад. Они уже связаны со структурой атомных ядер. Ну и вот здесь вот подписаны звездные уже процессы, которым соответствуют рождение тех или иных элементов, которые мы как раз будем с вами обсуждать. Так все-таки, ну вот это опять та же самая шкала времени и чего происходит.
но уже с выделенными плотностями и, соответственно, температурами. И нас с вами уже волнует вот как бы вот эта стадия, это образование дозвездного гелия и, соответственно, дальше уже образование атомов. Что же такое дозвездный нуклеосинтез? Ну, понятно, что когда у нас произошел фазовый переход между кварками, которые начали объединяться в адроны, то, в принципе, опять-таки был некий при тех температурах и плотностях. Вот это вечная оговорка, потому что те условия абсолютно не соответствуют тому, что мы имеем сейчас здесь. Да? Вот. А, было состояние некого равновесия, и видите, вот здесь вот все вот эти реакции, они написаны со стрелочками в обе стороны. То есть это было равновесие по концентрации тех и всех остальных. Но если мы примем вот эту вот формулу для термодинамического равновесия, то у нас получится, что за счет вот этой вот маленькой разницы между массой протона и нейтрона, нейтрон немножко тяжелее, помните, да, там буквально в районе 1 мэва, у нас получается довольно существенная разница между количеством протонов и нейтронов. То есть у нас соотношение между протонами и нейтронами – это 1 к 6. Протонов больше, нейтронов меньше. Но заряд протонов должен быть уравновешен электронами, электронов будет столько же, сколько протонов. Вот. И, собственно, первые реакции, которые, нуклеосинтезы, которые происходили, они происходили еще до образования каких-либо звезд. А это реакция образования дейтерия. Вот она. Вы помните, что у нас дейтерий – это протон-нейтрон, и у него есть энергия связи 2 и 2 мэва. Вот, собственно, она и выделяется в ходе этой реакции, этой энергии. Вот. Но вы видите, какая температура необходима для того, чтобы эта реакция осуществилась. Ну и... Сначала у нас есть вот это вот некое, опять-таки, равновесный процесс. То есть, с одной стороны, у нас идет образование дейтерия, но с другой стороны, если он взаимодействует фотоном, у которого энергия будет больше 2 мэв, то произойдет фотодиссоциация, то есть его разрушение. И поэтому вот здесь вот опять будет процесс, так сказать, стрелочки в обе стороны. Но фотоны остывают, и в какой-то момент уже фотодиссоциация у нас уже не будет происходить. Вот как раз в тот момент, когда, как мы говорили, у нас фотоны становятся низкой энергией, и тогда соотношение между фотонами и барионами фиксируется вот на такой величине. То есть и эта величина сохраняется по сей день. Фотонов реликтового излучения 10 в 10 больше, чем ядер. Вот. И, соответственно, как только уже в эту сторону реакция становится невозможной, у нас идет как раз образование дейтерия. Вот, видно, что сначала здесь у нас температура, Вселенная у нас остывает, температура уменьшается, и, соответственно, сначала у нас протонов и нейтронов примерно, так сказать, стабильное соотношение, число дейтерия растет, и есть вот такой вот, видите, скачкообразный переход, явная такая резкая флуктуация, да? Вот. Это как раз, когда мы, соответственно, переваливаем определенное значение температуры. И тогда у нас как раз идет вот это вот скачкообразное увеличение гелия. Но как только у нас это произошло, становятся возможными вот такие вот реакции. Слияние двух ядер гелия уже в третий и в третий гелий, двух ядер, двух дейтронов, да. Дейтронов.
И, соответственно, уже дальше образование альфа-частицы, опять-таки, дейтрон взаимодействует либо с третьим, либо с третьим гелием. Это все реакции, идущие за счет сильного взаимодействия, все идут с выделением тепла, но для всех, для них нужна еще и определенная температура и определенные плотности, чтобы все это могло быть осуществлено. И вы видите, как только у нас происходит скачкообразное увеличение гелия и вот этот скачок в образовании дейтрона, трития, это тут же начинает очень сильно уменьшаться количество нейтронов. То есть мы нейтроны выработали, их же у нас значительно меньше, в 6 раз меньше, чем протонов. И именно вот считается, что именно на этой фазе происходит образование таких вот ядер, как литий и бериллий. Это очень интересный и сложный вопрос, образование вот этих вот ядер. О. Что происходит как бы на больших масштабах? У нас происходит образование молекулярных облаков вещества, которые за счет каких-то вот флуктуаций плотности могут за счет гравитации начать как бы сближаться. Соответственно, у нас возникает так называемая фаза протозвезды, когда у нас уже в каком-то облаке начинают действовать силы гравитации, получается более компактная, более плотная область, и эта область начинает к себе притягивать другое вещество, и оно как бы падает туда. Если оно падает за счет гравитации, оно приобретает скорость. Если оно любая скорость, это дополнительная температура. Вот. Тем самым эта область у нас начинает нагреваться. И, собственно говоря, вот это вот состояние и называется протозвездой. И вы помните, что там у нас были кельвины, а вот здесь у нас, соответственно, опять температура начинает расти. И когда у нас температура в этой области сжатая достигает 1 миллиона градусов Кельвина, вот тогда только становится возможным протекание термоядерных реакций. Вот. Но вот такая реакция, это вот реакция синтеза дейтерия на Солнце. Видите, здесь нет дейтрона, здесь два протона. Вот. Она при такой температуре невозможна, ей нужна еще более высокая температура. Поэтому в протозвезде у нас возможно вот такое вот слияние двух ядер дейтерия и затем образование гелия. Вот. И это дает дополнительный источник тепла, который, так сказать, по сравнению с гравитацией. Но дейтерия в протозвезде мало, 10⁵ от протонов. То есть протозвезда, она светит не за счет реакции термоядерного синтеза, а фактически за счет вот этой вот гравитации. Но тем не менее, этот процесс идет, звезда нагревается, разгорается, и, соответственно, вот 10⁸ лет после начала взрыва у нас загораются первые звезды. То есть у нас начинается процесс вот этого термоядерного синтеза, горения водорода, когда у нас уже дейтерий образуется не из протонов и нейтронов, нейтроны у нас кончились, мы их все израсходовали, а именно из протонов. Вот здесь вот, к сожалению, наверное, очень мелко, да, и плохо видно. Вот. Но вот здесь вот первые, вот эти вот первые, самые важные, вот это и вот эта реакция, они вот выписаны отдельно, покрупнее. Это вот именно
так называемый протон-протонный цикл. То есть у нас уже реакция идет, как вы видите, появился позитрончик, появился нейтрино, то есть это у нас уже идет реакция по слабому взаимодействию. Да? Помните, мы писали и рисовали диаграммы превращения протона в нейтрон. Ну вот, собственно говоря, это здесь и происходит. Но поскольку эта реакция идет у нас по слабому взаимодействию, то, во-первых, у нее маленькое сечение, и поэтому для того, чтобы она пошла вот в таких промышленных масштабах, нужен реактор размером с Солнце. То есть нужна соответствующая плотность, возникающая за счет гравитации, нужна соответствующая температура. Тогда у нас эта реакция пойдет. И среднее время протекания такой реакции, соответственно, 6 на 10 в 9 лет. То есть вот эта фаза звезды, существования звезды, она самая долгая. В такой фазе горения водорода звезда находится очень долго, это самая ее продолжительная фаза. Вот. И эту реакцию осуществить на Земле мы, соответственно, не смогли, не можем. В отличие от предыдущих, которые мы прекрасно воспроизвели в ходе термоядерных взрывов. Соответственно, дальше у нас может произойти уже взаимодействие дейтерия со следующим протоном. Это мы уже, так сказать, видели в предыдущей. Здесь уже ничего экзотического нет. И, соответственно, здесь, правда, тоже время протекания реакции весьма существенно. Происходит она по сильному взаимодействию, образование третьего гелия. И вот эти вот два ядра третьего гелия могут у нас образовать ядро альфа-частицы и, соответственно, альфа-частицу и два протона. Вот это вот суммарная энергия, которая выделяется в этом процессе. Понятно, что раз здесь нужно три гелия, то вот эти вот надо умножить на 2. Ну, плюс еще здесь родились два позитрона, которые тоже могут аннигилировать и внести свой вклад в этот энергетический баланс. Соответственно, суммарно в этом цикле выделяется порядка 25 МЭФ. Это много, да? Вот. Ну, а дальше здесь нарисованы разные пути разветвления этой реакции. У нас может произойти, когда у нас уже есть третий гелий, может произойти слияние двух ядер с образованием альфа-частицы, а с 30-процентной вероятностью может произойти взаимодействие вот этого третьего гелия с четвертым гелием с образованием бериллия. Это опять к вопросу о том, как у нас образуется седьмой бериллий, седьмой литий. И вот здесь вот есть реакция с образованием седьмого бериллия и брома. То есть вот и бора. Такие реакции, они как бы очень важны, потому что вот их описать наиболее сложно. А главное, что если вы здесь посмотрите, то здесь везде есть реакции с образованием нейтрино. Как мы уже сказали, нейтрино – частица слабо взаимодействующая, поэтому она, уже родившись в этих реакциях, она легко уходит на большие расстояния, она покидает звезду. И, соответственно, она может быть задетектирована на Земле, и тем самым она является источником информации о тех процессах, которые здесь происходят. И вот в зависимости от того, в какой реакции нейтрино образуется, вот здесь в самом начале, или вот здесь вот, где у нас происходит реакция взаимодействия бериллия с электроном, или соответственно, распада бором, они так иногда и называются борные нейтрино, литиевые нейтрино и так далее. И мы их действительно видим. Ну, вот, собственно говоря, те же самые процессы
Теперь, я надеюсь, видно все и всем. Вот. Ну, кто не спит, конечно. Вот. И вот здесь видно как раз взаимодействие двух протонов с превращением одного из них в нейтрон. Вот ядро дейтерия, и вот полетела нейтрино. Затем подхват дейтерием еще одного протона и образование третьего гелия с выделением ядра. И, соответственно, слияние двух ядер третьего гелия и образование альфа-частицы. Вот это вот самые главные реакции, которые у нас происходят на Солнце, поэтому я, так сказать, такое внимание им и уделяю. Вот. Та реакция, как эта реакция может записана быть в компактном виде. Но желательно понимать, что происходит вот на этих стадиях. И для осуществления этой реакции нам необходима температура и необходима соответствующая плотность вещества. Ну и вот здесь вот приведена оценка, исходя из светимости Солнца. Ну, светимость Солнца мы можем здесь померить, да, находясь на Земле. Исходя из энергии, помните, мы говорили, что в этом процессе примерно 25 МЭФ у нас уходит, мы можем оценить, какая масса вещества у нас, с какой скоростью Солнце теряет свою массу за счет вот этих вот энергий. Вот она. Я не понимаю таких цифр, по-моему, очень много, хотя в масштабах Солнца нет. Собственно, это были первые шаги, когда ядерная физика начала объяснять реакции на Солнце. И здесь как бы пальма первенства в этих объяснениях принадлежит Бете, американский физик, и Вайтзекер, эту фамилию вы уже помните. Вот. И они как раз и описали вот эти процессы с превращениями протонов. Но также, исходя из тех солнечных спектров, которые мы видим, которые мы имеем, регистрируем, они описали еще существование вот так называемых циклов. Ну, в данном случае ЦНО-цикл – это углерод, азот, кислород. Такого же сорта цикла есть на других ядрах. Но здесь что происходит? Здесь как бы на самом деле происходит фактически тот же самый процесс, только один из протонов у нас как бы внутри, связан внутри ядра, вот тот протончик, который там существовал. И, соответственно, вот он превратился, этот протон превратился, так сказать, но это уже какая-то промежуточная стадия. Скорее, вот, если сравнивать с тем процессом, который мы там смотрели, то, может быть, надо вот отсюда. Вот. Когда у нас один протон превращается в нейтрон, добавляется сюда, получается 13-й азот. Здесь уже присутствует и вот этот протон, и тот протон, который в нейтрон превратился. Затем, соответственно, добавляется еще один протон, 13-й углерод у нас испускает гамма-квант. И потихонечку у нас этот цикл приходит к тому, что у нас образуется альфа-частица. В результате этого мы опять возвращаемся к 12-му углероду, и тем самым цикл замыкается. То есть здесь углерод выступает как бы, я не знаю, то ли катализатором, то ли матрицей, на которой происходят эти реакции. Вот. Но так или иначе, здесь тоже есть выделение энергии. Другое дело, что если говорить конкретно о Солнце, то вот такие циклы там вносят гораздо меньший вклад. Но тем не менее. Соответственно, есть у этого цикла еще дополнительная фаза, вот такая, вторая, третья уже с участием фтора. Вот. Но, соответственно, вот здесь вот основной смысл этих реакций, так или иначе, вот этот вот синтез гелия из протонов.
либо протоны у нас свободные, либо они в ядрах, но вот так или иначе нам нужно их образовать. И соотношение между вот этими двумя процессами, оно сильно зависит от температуры. И, собственно, вот мы говорили, что у нас температура внутри Солнца, она на 10 в 6 где-то вот здесь, и, соответственно, у нас вклад вот этого ценового цикла именно в солнечную динамику, он минимален. Но при, в других более массивных звездах, при больших температурах у нас этот цикл может превалировать над протоном. И нейтрино. Вот, собственно, те нейтрино, которые у нас, потоки нейтрино, которые у нас могут возникать из вот этих вот реакций, идущих на Солнце. Вот это вот у нас, соответственно, бериллиевые нейтрино, поскольку это у нас фактически Е-захват, то это у нас пики, и, соответственно, вот протон-протонный цикл. Это борные нейтрино из бета-распада бора. Это нейтрино, возникающие из взаимодействия гелия с протонами. Вот. И то, что видите, на самом деле ценового цикл тоже здесь как бы дает свой вклад. Вот. Ну и вот то, что у нас есть вот такой вот экспериментальный сигнал, который мы можем померить, оценить, обработать, мы можем на нем проверить нашу модель, насколько наша модель правильна. Поэтому очень как бы много усилий было предпринято и посвящено тому, чтобы зарегистрировать именно солнечные нейтрино. Открытие нейтрино было сделано на реакторных. Помните, в реакторах антинейтрино в большом количестве, пожалуйста, ставьте рядом установку, детектируйте и, так сказать, с ними работайте. Сейчас у нас есть еще источники нейтрино, это наши ускорители. Мы тоже можем там сделать очень хорошие, сильные, мощные потоки. Но если мы хотим обсуждать процессы, идущие в звездах, процессы, идущие во Вселенной, то мы должны уметь ловить нейтрино именно космического происхождения. И вот как бы первый самый опыт — это детектор Дэвиса. Ну, когда он делал этот опыт, он был, конечно, существенно моложе. Вот. Он был основан на предложении Бруно Пантекорво, который тогда уже работал здесь, в Дубне, о том, что вот возможно вот такая вот реакция прилетающего внешнего нейтрино с хлором с образованием аргона. Ну, чем интересен именно вот такая реакция? Тем, что аргон – это газ, и мы его можем выделить, если у нас, например, хлор находится в определенном химическом соединении в жидкой фазе, то, соответственно, при вот таком взаимодействии у нас уже образуется аргон, благородный газ, который мы можем отделить, и дальше уже, соответственно, где-то отдельно смотреть его бета-распад и считать события, что там будет. Ну и, соответственно, вот период полураспада аргона 35 дней, это все-таки как бы нормальный срок, чтобы, во-первых, его отделить, потому что если бы он распадался слишком быстро, мы бы его не успели, а во-вторых, чтобы в обозримые какие-то сроки все-таки увидеть этот бета-распад. Ну и вот, вот этот детектор, который содержал 380 тысяч литров четырехлодистого углерода. То есть вот это громадная-громадная бочка. Эта бочка была помещена под землей, глубоко под землей. Вот она. Ну и для того, чтобы нам минимизировать другие фоны, как бы уменьшить. Вот. И, соответственно, были проведены вот эти измерения, но это были штуки.
это были штуки. Вы понимаете, что если у нас частица взаимодействует очень слабо, то есть очень маленькая вероятность ее взаимодействия, это означает, что либо нам нужно бесконечно увеличить время ее детектирования, но жизнь человеческая конечна, вот, либо максимально увеличить как бы объем детектора. То есть вот это вещество... Да. Вот. Поэтому современные нейтринные детекторы – это грандиозные сооружения. Я надеюсь, что у нас еще будет время на них посмотреть. Вот, которые используют в качестве детектирующего вещества там, воду озера Байкал или воду Средиземного моря или льды Антарктиды. Вот. Но вот это был все-таки как бы такой выдающийся первый эксперимент. И что же, к чему же привел этот эксперимент? К тому, что у нас есть стандартная солнечная модель, стандартная модель Солнца. Она предсказывает некий поток нейтрино, но начиная с эксперимента Дэвиса, то, что с тех пор получили в тех или иных экспериментах, всегда оказывается, что поток нейтрино примерно в два раза меньше. Объяснение этому, как бы, на самом деле могло бы быть несколько, как обычно. Ну, например, хорошо, мы модель построили, но недостаточно точно учли вот это вот соотношение составов элементов в составе Солнца. Например, мы не очень хорошо знаем сечение реакции, поскольку, как было уже сказано, экспериментально проверить их сложно. Вот. Может быть, еще какие-то характеристики, о которых мы вообще не знаем, но вот сейчас, на данный момент, считается, что это у нас проявление так называемых осцилляций нейтрино. То есть то, что у нас фактически возможно превращение между переходы между поколениями. Вот когда вы обсуждали элементарные частицы, вы говорили, что есть три поколения. Электронное, электрон и электронное нейтрино, мионное, мионное нейтрино и тау и тауное нейтрино. И, в общем-то, все лептонные числа сохраняются порознь. Вот это вот у нас правило стандартной модели фундаментальных взаимодействий. Вот та картиночка, которая здесь нарисована, она уже выходит за рамки вот этой вот стандартной модели элементарных частиц. Если у нас нейтрино осциллируют, значит, они превращаются в друг друга, значит, у нас лептонные числа не сохраняются. Это сейчас предмет для дискуссий и для выдачи Нобелевских премий за это дают. Но все-таки наша жизнь состоит не только из гелия. Вот, и, соответственно, нам надо двигаться дальше. И дальше возникает очень интересная ситуация. У нас две альфа-частицы могут провзаимодействовать и, соответственно, образовать ядро бериллия. Но в чем проблема? Если вы посмотрите на свойства бериллия, вы обнаружите, что восьмой бериллий – это нестабильное ядро, оно не живет, оно практически мгновенно разваливается на те самые две альфа-частицы. То есть связать их в восьмой бериллий довольно сложно. Вот. Но тем не менее, поскольку у нас все-таки температуры высокие, плотности большие, вот именно в звездной среде существует очень большая вероятность того, что у нас этот бериллий, прежде чем развалиться, успеет подхватить еще одну альфа-частицу и превратиться в 12-й углерод. То есть 12-й углерод – это три альфа-частицы. И вот здесь вот как бы есть такая важная вещь, очень интересная. Так, в углероде есть так называемое состояние Хойла. Вот, в свое время Хойл предсказал, что не получалось по сечениям и времени протекания реакций вот этот вот процесс как бы, ну, не складывался, не отвечал нужной динамике.
Вот. И именно наличие возбужденного состояния в ядре углерода при определенной энергии, там в районе 7,5 МЭВ, именно вот факт существования вот этого возбужденного состояния существенно, так сказать, влияет на скорость протекания реакции. Он находится как раз вот рядышком вот, с этой состоянием альфа плюс 8 бериллия. Это было такое серьезное предсказание, и очень тоже много усилий было потрачено, это состояние было найдено, и сейчас, вот в данный момент, люди занимаются активно тем, чтобы правильно описать вот это состояние Хойла. У него тоже спинчетность 0+, то есть у основного состояния углерода 0+, и вот у этого на высоте 7 МЭВ тоже 0+. И существует гипотеза, что если в основном состоянии вот эти альфа-частицы, они как бы складываются в треугольничек, такое самое компактное их расположение, то состояние Хойла — это когда они друг за другом паровозиком. Вот. Но при этом опять те же 0+ и соответствующая энергия. Ну и, соответственно, дальше у нас уже, как только у нас появился дальше углерод, у нас точно так же возможна реакция подхвата альфа-частицы углеродом с образованием кислорода. Дальше, соответственно, неон, магний, кремний и соответствующие реакции слияния между собой двух углеродов, двух кислородов и так далее. Вот. То есть вот до кремния у нас очень хорошо вот эти вот реакции идут. И на самом деле можно было бы предположить, что два ядра кремния, если сольются вместе, то у нас получится, соответственно, никель, это уже рядом с железом. Мы уже с вами приближаемся к железному максимуму так упорно. Вот. Но на самом деле вот, вот эта реакция слияния кремния в никеле, она уже, несмотря на то, что здесь должна выделяться энергия, она уже очень затруднена. Все тот же кулон. Потому что понятно, что чем больше у нас становится масса ядра, чем больше у нас увеличивается его заряд, тем сильнее у нас силы отталкивания, вот тот самый кулоновский барьер, который им надо преодолевать для того, чтобы взаимодействовать. И поэтому, соответственно, чем дальше, тем двинуться нам сложнее. И вы видите, что вот эти вот процессы, они уже требуют, чтобы это была звезда массой больше 10 масс Солнца. То есть у нас возможность протекания того или иного процесса ограничивается тем, какой массы сгусток мы образовали, какой массы у нас звезда. И поскольку вот это вот уже сложно, вот эта реакция, это уже сложно, то дальнейшее продвижение уже может идти за счет каких-то других трансформаций, других реакций. Мы с вами обсуждали, что там продвижение по карте изотопов возможно с присоединением нейтронов, протонов, альфа-частиц, расщепление под действием гамма-квантов и так далее. И вот здесь вот как бы приведены отдельной строкой фотоядерные реакции в звездах, когда у нас под влиянием гамма-квантов соответственно, возможны вот такие вот процессы. Они уже требуют энергии. Видите, здесь уже появился знак минус. Они уже, наоборот, забирают энергию на себя. Но, тем не менее, они являются источником вот этих вот частиц, альфа-частиц протонов и нейтронов, которые, в свою очередь, могут, опять-таки, взаимодействовать с другими ядрами кремния и продвигаться уже в сторону увеличения заряда и в сторону железного максимума. То есть вот здесь вот мы с вами
очень быстро прошлись альфа-циклом, вот мы можем идти. Но вот эти вот дополнительные изотопы в большом количестве, они появляются вот как раз за счет фоторасщепления, взаимодействия с протонами, с нейтронами. И вот здесь вот как раз нарисованы пути изменения зарядового и массового числа на карте изотопов в результате тех или других процессов. Ну и, соответственно, вот благодаря этим реакциям мы можем уже добраться вот железа, да, ядер в области железа, где у нас находится железный максимум. Дальше, как вы помните, это продвижение становится невыгодным. Ну и вот, как мы уже сказали, вот он, железный максимум, мы сегодня уже вспоминали эту кривую. Как мы уже сказали, что какой из этих процессов, на какой стадии звезда как бы остановится, зависит от того, какая у нее была масса. То есть если очень маленькая масса сгустка, то в принципе термоядерные реакции могут и не начаться, не зажечься. Вот. Соответственно, это в массах Солнца. Меньше массы Солнца, это у нас будут только стадии горения водорода и гелия. А тяжелее уже, соответственно, будут идти другие реакции с образованием более тяжелых элементов. Это очень такой послойный получается процесс. И вот здесь еще важный момент, заключающийся в том, что мы с вами говорили, что горение водорода, вот эти протонные стадии, это самая длинная стадия, порядка 7 миллионов лет. Дальше каждый последующий переход к каждому последующему элементу идет все быстрее и быстрее. То есть у нас гелий вырабатывается уже за тысячи лет, кислород за несколько месяцев, горение кремния занимает всего одни сутки. То есть вы понимаете, что это настолько быстро идет ускорение, что явно дело идет к некому взрывному процессу. Вот. То есть дальше железа мы продвинуться не можем. У нас образуется железный кор, который уже не нагревается за счет термоядерных реакций. А у этого кора есть внешняя оболочка, но гравитация работает, он дальше схлопывается. И есть еще оболочки из более легких элементов, которые, так сказать, там эти реакции прекрасно идут, и, соответственно, идет нагревание. И вот эта вот разница между остовом и оболочками приводит к тому, что называется большой взрыв, но уже не Вселенной, а звезды. То есть у нас происходит вот такое накопление слоев. Сначала водородная стадия, потом появляется гелиевый остов, соответственно, углеродный остов, там дальше кислород, кремний. В конце концов появляется вот такая вот послойная структура, где в центре находится маленький компактный железный остов. И вот эта вот ситуация у нас как раз и приводит к взрыву сверхновой с образованием, соответственно, какого-то объекта, либо черной дыры, либо нейтронной звезды, и выбрасыванием наружу, вот этой внешней, сбрасыванием внешней оболочки, в которой есть вот это все, что вот здесь вот оно было. Ну, звезды мы сегодня зажгли, в следующий раз будем их взрывать.